Берлинская стратегическая наступательная операция – одна из последних операций советских войск, в результате которой Красная армия заняла Берлин. Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Ее план предусматривал одновременный переход в наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов утром 16 апреля 1945 года. 2-й Белорусский фронт наступал 20 апреля. Свой главный удар 1-й Белорусский фронт нанес с Кюстринского плацдарма в направлении на Берлин. 1-й Украинский фронт – из района города Тримбель в направлении на Шпремберг. А командующий 2-м Белорусским Константин Рокоссовский решил нанести главный удар в направлении на Нейстрелец. 16 апреля за 2 часа до рассвета в полосе 1-го Белорусского фронта началась артподготовка. 9 тысяч орудий и минометов, а также более 1500 «Катюш» 25 минут перемалывали первую полосу немецкой обороны на участке прорыва. Немецкие системы ночного видения представляли серьезную угрозу при штурме Зейловских высот. С нашей стороны были включены 143 зенитных прожектора. Их ослепительный свет ошеломил противника и осветил дорогу наступающим подразделениям. Первые часы наступление советских войск развивалось успешно. Отдельные соединения вышли ко второй полосе обороны. Однако вскоре немцы стали оказывать ожесточенное сопротивление. Мощный узел сопротивления, оборудованный на Зейловских высотах, ставил под угрозу успех всей операции. В такой обстановке маршал Жуков принял решение ввести в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии. 17 апреля войска 1-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои. К утру 18 апреля танковые и стрелковые соединения при поддержке авиации 16-й и 18-й воздушных армий взяли Зейловские высоты, а к исходу 19 апреля прорвали 3-ю оборонительную полосу и выступили на Берлин. 20 апреля дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии нанесли артудар по Берлину. 21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армии ворвались на окраины Берлина и завязали там бои. В этот же день ефрейтор Александр Муравьев установил первое советское знамя в Берлине. 23 и 24 апреля боевые действия на всех направлениях приняли особенно ожесточенный характер. Наступление войск 1-го Украинского фронта развивалось более успешно. 16 апреля, рано утром, почти 400 километров фронта были закрыты от противника дымовой завесой. В 6:55 утра, после артудара по переднему краю немецкой обороны, усиленные батальоны дивизии 1-го эшелона приступили к форсированию реки Нейсе. Быстро захватили плацдармы и навели переправу для главных сил. К утру 17 апреля через Нейсе в полном составе переправились 3-я и 4-я гвардейские танковые армии. Весь день войска фронта расширяли брешь в немецкой обороне. Авиационную поддержку наступающим войскам оказала 2-я воздушная армия. Штурмовая авиация уничтожала силы противника на переднем крае. Бомбардировочная громила подходящие резервы. В ночь на 18 апреля Ставка решила повернуть 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта на Берлин. 20 апреля главная ударная группировка 1-го Украинского фронта полностью отсекла немецкую группу армий «Висла» от группы армий «Центр». К исходу дня 22 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов почти замкнули два кольца окружения. Одно вокруг 9-й немецкой армии, восточнее и юго-восточнее Берлина, другое западнее Берлина, вокруг частей, оборонявших город. На первом этапе операции 2-й Белорусский фронт сковал главные силы 3-й немецкой танковой армии и лишил ее возможности помочь войскам под Берлином. 26 апреля соединения нашей 65-й армии штурмом взяли Штеттин. Армии 2-го Белорусского фронта успешно продвигались на запад. В 12 часов дня 25 апреля окончательно сомкнулось кольцо вокруг Берлина. К 26 апреля в штурме Берлина принимали участие 6 армий 1-го Белорусского фронта и 3 армии 1-го Украинского фронта. На рассвете 30 апреля штурмом было захвачено здание Министерства внутренних дел. Путь на Рейхстаг был открыт. 30 апреля 1945 года в 21:30 части 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова и 171-й стрелковой дивизии под командованием полковника Алексея Негоды штурмом взяли основную часть здания Рейхстага. Оставшиеся гитлеровские части оказывали упорное сопротивление. Драться приходилось за каждое помещение. Ранним утром 1 мая военнослужащими Красной армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Однако бой за Рейхстаг продолжался еще весь день. И только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал.
Последние остатки немецких частей были уничтожены либо пленены к 7 мая. 8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейдель, а также представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумф и адмирал Кригсмарины Ганс фон Фридебург подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая с часу ночи по московскому времени.